В Москве прошла 27-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2020». Это главное ежегодное событие в сфере продовольствия и напитков в России и Восточной Европе. Выставка запомнилась небывалой явкой – 2000 российских компаний и 700 зарубежных. Неделю представляли модные тенденции продуктовой отрасли. Завод «Воскресенский сыродел» вновь принял участие в престижной 27-й по счету международной выставке «Продэкспо-2020» в Москве. В этот раз у 5 сыров, представленных на конкурс, золотая медаль и диплом лауреата «Лучший продукт 2020». Кострома, как сырная столица, ежегодно привлекает тысячи туристов. Многие из них приходят на сырную биржу специально за воскресенским продуктом, все сыры которого делаются исключительно из костромского молока, а технологи постоянно разрабатывают успешные рецепты. Качество воскресенских сыров оценивают не только обычные покупатели, но и эксперты российских конкурсов, в том числе и специалисты главной продуктовой выставки страны «Продэкспо». Участников и посетителей выставки было огромное количество. Среди них выставлялись мы, как бы заявились на конкурс нашими сырами, 5 сортами сыра, так скажем. Это воскресенский с пожитником наш знаменитый, наш костромской кремль, лебуер, сыр Маздам и корольков. Так, за эти сорта сыра дегустационная комиссия нас отметила золотой медалью. И как бы признали лучшими сырами Костромской области. Но нужно отметить, что на выставке наибольшее количество, кто принимал участие, производители, это как раз сыроделы были, да? Совершенно верно, да. Сыров было много. Посмотрели, ознакомились. Понимаем, что есть куда расти, к чему стремиться. И как бы не будем стоять на месте. В данный момент мы разрабатываем, так скажем, несколько новых сортов сыра. В процессе разработки и созревания будем пробовать, будем выводить новые. И также поучаствуем в выставке на следующий год, я думаю. А в рамках вот этой выставки удалось ли пообщаться с другими производителями? Да, да, общались с производителями. Сортов производится огромное количество разных, от мягких и плесенью, и твердых, и сычужных сыров, как у нас. Сыры наши, костромские, оценивают очень высоким качеством, и вкусовыми качествами, и экологичностью. Так как у нас вот на предприятии три, так скажем, основополагающих принципа – это традиции, качество и вкус. Это традиционные рецепты, строжайший контроль качества, ну и радуем покупателя, потребителя нашего своими сырами, вкусными, экологичными.